голос мой. В своем сердце. Истина? Кто знает, что есть истина? Хватит. Зачем нам слушать его? Послушайте меня, уважаемый. Вот я вывожу его к вам. И чтобы вы знали, что я не нахожу виновным его в тех преступлениях, в которых вы его обвиняете. Я хочу, чтобы вы его освободили. Хватит. Зачем нам слушать его? Какое нам дело, что по вашим римским законам он оказывается невиновным? Мы имеем свой закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что вы до вас себя на стыда Божьего. И у вас на это есть свидетели? Да. Нет. У нас есть свидетели. Он обещал, что разрушит наш храм и в 3 дня его восстановит. Называл себя царем, называл себя за сына Божьего. Он нарушает субботу! Слышишь, сколько свидетель стоит против тебя? Разве этого недостаточно? Это богохульство. На что нам еще свидетели? Хорошо, я выслушал ваше обвинение против него. Я еще раз допрошу его. Иисус, ты слышал, сколько обвинителей против тебя? Скажи что-нибудь свое оправдание. Защищайся. Почему же ты молчишь? Отвечай. Иисус, удивительный ты человек. Послушайте, я еще раз допросил внимательного этого человека и не нашел в нем никакой вины. Я прикажу наказать его и отпустить на свободу. Будь осторожен, Пилат, у тебя могут быть неприятности. Если ты отпустишь его, то ты не друг императору. Мне кажется, они завидуют ему. И что больше всего интересно, эти иудеи впутали меня в свои разборки. Послушайте, вы обвиняете этого человека в присвоении царской власти и в том, что он является врагом кесарю. Мало того, вы меня делаете врагом кесарю. Лишь только потому, что я не соглашаюсь с вашим мнением. Но посмотрите же на него внимательно. Разве он может быть врагом могущественному кесарю? Нет! Ведь только вы и называете его опасным преступником. А если это так, значит он действительно ваш царь? Он нам не царь! Не царь он нам! Послушайте, я хорошо знаю о том, как Синедрион относится к пророкам. Я бы хотел спросить мнение народа. Не препятствуйте, пусть народ подойдет поближе. Жители Иерусалима и пришедшие поклониться. В дни ваших праздников я по обычаю отпускаю вам одного из заключенных на свободу. И сейчас у нас сидит один заключенный Варава, который был схвачен в подстрекательстве и мятеже. И был осужден за убийство. И также вы знаете Иисуса из Назарета, который в народе считают царем иудеев. Свободу! Итак, я вас спрашиваю, кого из этих двух вам отпустить на свободу? Я еще раз вас спрашиваю, кого вам отпустить на свободу? Варава! Варава на сына! Варава! Варава на свободу! А что же мне сделать с Иисусом? Распни его! Распни его! Отрез! Отрез! Царя ли вашего распнул? Не царя наш! Лошада! Нет у нас царя, кроме кесаря!
Я выслушал ваше мнение. А теперь выслушайте мой вердикт. Императором Кесарем и на основании римских законов провозглашаю Варавву отпустить! Нет! Иисуса распять! Распять его! Распять его! Но знаете что? Я не виновен в крови этого праведника. Вы сами решили участь его. И в знак этого я умываю перед вами всеми руки. Пусть лучше один человек умрет за народ, чем весь народ погибнет. Да, кровь его на нас и на наших детях. На распятие на крест. Нет! Так вы решили. Распни. Сотник, распорядись исполнить приказание. Я также распорядись о табличке. Пусть напишут «Царь иудеев». Приступить. Он не царь! Барону, Свидетельствую против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находил ничего против него. Хотя много лжесвидетелей приходило и плевали ему в лицо, и заушали его. Другие же ударяли его по лицу, говоря: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Взгляни, толпою окруженной злорадством, криком и враждой, идет Мессия осужденный, чтоб заслонить тебя собой. Толпа глумится и ликует над тем, что недоступно ей. То грех с пороком негодует, грех завладел умом людей. Его израненное тело, его истерзанная плоть, весь путь смирение проделав, спасение миру принесет. Божий Сын дорогой крестной идет, страдания неся, чтоб этот путь путем воскресным стал для меня и для тебя. Законом. Прокурор, мы уже его осудили и приговорили к смерти. Но сам же ты знаешь.
что вы, римляне, подняли у нас закон казни смерти. Thank you.
Вы хотите, чтобы я предал этого человека смерти? Смерть! Да. Смерть ему! И в чем вы его обвиняете? Он нарушает субботу! Он Иисус назвал себя царем! Хорошо! Хорошо, я допрошу его! Иисус? Ты действительно царь иудеев? Отвечай! Ты говоришь, что я царь. Какой еще вам свидетельство нужно? Он нам не царь! От этого мира. Если бы от этого мира было царство мое, то легионы ангелов спустились и сразились бы за меня. И не дали бы вам издеваться надо мной. Называйся сыном Божьим! Самозванец! На суд его! Казнить его! Это ты говоришь, что я царь. А я для того пришел в этот мир, чтобы рассказать миру об истине и правде. Разве он ваш царь? У нас нет царя, кроме Кесаря! Казнить его! Распять его! Истина. Он нам не царь. Что есть истина? Послушайте. Народ Израиля, я допросил этого человека и не нашел за ним никакой вины, которых вы его обвиняете. По нашему закону достоин смерти. Нет, он не виновен, я хочу его отпустить. Он лучше пусть погибнет один человек. Что разрушит 3 дня храм и обстроит его. Хорошо, послушайте. На праздник вашей Пасхи я имею обычай отпускать одного из узника. Вам на свободу. И сейчас у нас сидит беспощадный убийца Барабба. Вот он был захвачен в подстрекательстве и убийстве. И он заслуживает казни. И я вас спрашиваю, кого из этих двух вам отпустить на свободу? Барабба! Тихо! Я еще раз вас спрашиваю. Кого из этих двух вам отпустить на свободу? Барабу! 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 Отпусти Барабу! Если ты сходишь, Иисус, он нам, ты не друг кесарю! Хорошо! Вот перед вами всеми я умываю руки в знак того, что я не виновен в крови этого праведника. Пусть солдаты заберут Варраву и выдадут вам. Он свободен. Варрава! Варрава! Он свободен! Варрава! Варрава! Ты теперь свободен. Убейте его! Варрава, иди! Хорошо. Вот мой приговор. Вы должны взять его Иисуса и судить по вашим собственным законам. Пусть солдаты уведут его и сделаете так, как они хотят. Да, мы будем его судить! Нет, да! На крест! На крест его! Распять его! На крест его! Распять! Уведите его! Спасибо! Мы тебе приготовили подарок. Сюда, крест, пожалуйста. На крест! Держи! Отойдите, отойдите! В сторону! Все в сторону! Освободили место! В сторону! Отойдите, отойдите! Еще! Метров 5-10! Отойдите еще дальше! Дальше отойдите! Иди по центру! Отпустите! Пошел, давай! Отошли! В сторону! Отойдите в сторону! В сторону! Дорогу! Он обещал разрушить этот
Тут же есть. Отойдите. Отойдите. В сторону. В сторону. Пусть дадут ему попить. Оставь. В сторону. Готов. Все, хватит, уже напился. В сторону. Давай, в сторону. Пошел. Отойдите его. Отойдите. 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 В сторону. Давай, пошел. Пошел. Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе. Подталкивай меня плечом. И о детях ваших. Потому как грядет время трудное, когда от горя вы будете кричать горам, упадите на нас, и холмам скройте нас. Потому, если римляне так поступают со мной, добровольно страдающим за спасение всего рода человеческого, то что будет с вами и детьми вашими? Ну все, ты все сказал, пошел давай. Пошел! Вперед! Пошел! На Голгофу! В сторону! В сторону!